Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литер, профессор Вятского государственного университета. Галина Зипович, известный критик, характеризовала книгу Рагима Джафарова «Картина Сархана» как настоящий мастер истории. Действие романа начинается где-то в США. Там с нетерпением ожидают презентации картины, которая была куплена за сумасшедшие деньги еще до того, как была закончена. Однако ее эксцентричный владелец, мистер Херст, на показ зовет лишь семерых человек. Они все, кроме Лизы, главной героини романа, связаны с миром искусства. Писатель, актер, художник. Но дальше начинается серия невероятных убийств, и именно Лизе предстоит разобраться со всем этим ужасом. Джафаров на первый взгляд выстраивает сложную детективную игру, но, к сожалению, все захватывающее пересыпано низкопробными шутками о сексе, в стволах и бесконечными монологами о грустном и пустом существовании человека. А, собственно, кому в этой книге Совет? Чувствуете, и с кем разделять тяжесть происшедшего. С главной героиней, алкоголичкой, наркоманкой и женщиной вечной профессии. Или сопереживать Альфонсу-садисту или бабнику. К сожалению, в книге нет ни одного положительного персонажа. Лиза все время сидит на транквилизаторах и алкоголе. Николь, Хёрд, Саймон – все сомнительные, отталкивающие персонажи. Книга включает множество сюрреалистических сцен. Замы надо сказать, прекрасен, но при чтении возникает множество вопросов. И поэтому впечатление от книги совсем неоднозначно Юзефович обещает, и ей, как известному критику, веришь, что-то прекрасное, но это невысокая и даже не литература второго ряда. Это пустая, манящая, обещающая и в итоге грустная и разочаровывающая книга. Мы ожидали настоящего детектива, а получили своеобразный диспут о сексе и и современном искусстве. Уныло и скучно. Я так хотела настоящего детектива, а в итоге дешевый фантик. Автор Рагим Джафаров пытался подражать классическим жанрам, создавать истории, образы героев, но у него не хватило мастерства и писательского чутья. Но, с другой стороны, это и не важно. Все же познакомились с любопытным сюжетом, странными и противоречивыми героями, а главное, смогли за первым смыслом все же прочесть второй, более глубокий подтекст, 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать.